Одним из ранних вариантов устройства оптической разметки были резистивные оптопары, одним из вариантов которых является ОФП-14. В этом виде оптопары приемники являются фоторезистором, а излучателем ламинных кабелей. Широко используемый фоторезистор объединяет полупроводниковый материал, линии кабеля и сегментный кабель. Их сопротивление падает при излучении на них света. Диапазоны экологии используют цвета света и сегментный кабель. Недостатком этих оптопаров является их зависимость от температуры. Достоинство – возможность работать на переменном токе, отсутствующий у оптопар и водных излучателей. Кроме того, коллекторный эффект, характерный для любой лампы, позволяет использовать резистивную оптопару с специализацией тока и замену терморезистора с собственным подогревом.